Недавно на нашем канале мы рассказывали о том, что многоэтажку в Твери оставили без воды. Собственникам приходилось ходить за ней на реку. После выхода сюжета в эфир тверичанам, проживающим в Твери на Красных Горках 39, дали воду. Но стали известны новые обстоятельства, из-за которых воду могут вновь отключить в любой момент. Подробности в нашем сюжете. Здание на Красных Горках 39 раньше было общежитием семейного типа. Оно принадлежало МОЗ-отряду, который впоследствии разорился. Здание выкупило частное лицо. Комнаты распродали в собственность уже теперешним жильцам. Но, как говорят собственники, квитанции за воду им не поступало. У нас нету даже квитанции на воду. У нас есть энергосбыт, есть ЕРКЦ, а квитанции на воду у нас даже не имеются вообще в наличии таких. Жильцы уверены, что воду им отключит Тверской экскаваторный завод за некие долги. Мы связались с предприятием, и вот что нам ответили в приемной. Тверской экскаватор, да, отключил, потому что на безвозмездной основе воду уже им поставляли. Уже много судебных заседаний было. Там очень запутанная история, там непонятно ни кто собственник, ни кто, ни что, кому что принадлежит, какие помещения. Уже много было и предупреждений, и всего направлено в их адрес. Это не то, что взяли и в один момент перекрыли воду. После выхода нашего сюжета и по требованию прокуратуры Московского района воду жильцам все-таки дали. Но они опасаются, что ее могут отключить снова. Прокуратура начала проверку по этому факту. Мы будем следить за ситуацией и расскажем, чем закончится проблема с водоснабжением в следующих выпусках.